Комаров Михаил Иванович родился 9 октября 1911 года в Санкт-Петербурге. В 1939 году был призван в Красную армию. В том же году окончил курсы лейтенантов. Участвовал в Советско-финской войне. С 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. 2 октября 1924 года Михаил Иванович участвовал в боях за удержание плацдарма на реке Нарев. Немецкие войска прорвали оборону и вышли к нашим позициям. Он заменил собой убитого командира и организовал круговую оборону. За этот подвиг он был достоин высшего звания Героя Советского Союза. После окончания войны Комаров продолжил службу в армии, а в 1956 году звание подполковника был уволен в запас. Скончался в 1984 году в городе Пушкин, где и похоронен. Узнав историю Комарова Михаила Ивановича, меня поразил его подвиг, ведь он три раза вызывал огонь на себя, по сути, три раза обрекая себя на смерть. Такие люди достойны памяти, чтобы мы помнили о них и знали.